Почетный профессор Казанского федерального университета Рашид Сюняев в этом году может получить Нобелевскую премию по физике. Рашид Сюняев – почетный член Академии наук Республики Татарстан. За свои уникальные научные исследования он удостоен многих престижных международных наград. Среди них премия Крафурда по астрономии Королевской академии наук Швеции, награды имени Рассела, Международная научная премия имени короля Фейсала, премия Киото и многие другие. Российский астрофизик номинирован на Нобелевскую премию за глубокий вклад в понимание Вселенной, в том числе ее происхождение, процессов образования галактик, аккреции дисков черных дыр и многие другие космологические явления. Мы надеемся, что мы будем открывать миллионы новых источников рентгеновских, о которых никто не знает. Будем открывать новые сверхмассивные черные дыры с массой в миллионы и миллиарды солнечных масс, которые съедают, например, по Земле каждую секунду. Список вероятных лауреатов составляется на основе цитирования ученого коллегами. На работы Сюняева в отечественных и зарубежных научных журналах сделано более 60 тысяч ссылок. Имена лауреатов начнут объявлять со 2 октября. Возможно, среди них окажется имя нашего астрофизика. Артем Тупичкин, Универньюз.